Астероид Апофис может столкнуться с Землей. Ученые из Гавайского университета астрономии смогли определить, что космическое тело отклонилось от своего курса, из-за чего шанс того, что астероид рухнет на нашу планету, возросла. Апофис, он почему так интересен ученому сообществу? То, что вообще по расчетам, даже не учитывая вот этих последних данных, есть потенциальная опасность, то, что он на Землю все-таки упадет. Но вот не первый свой, скажем так, прилет, который будет в 20-х годах, а в 60-х годах в конце он это запросто может осуществить. По словам экспертов, интерес ученых всего мира к астероиду вызван тем, что на данный момент он имеет самую большую вероятность врезаться в Землю. Однако помимо Апофиса в космосе есть еще много других неисследованных космических тел. И если честно рассматривать Солнечную систему, то вот эти все астероиды, включая Апофис, это даже не пылинки в масштабах нашей Солнечной системы, ну, очень маленькое такое вот образование. Отклонение астероида от своей орбиты связано с так называемым эффектом Ярковского, когда одна сторона космического тела нагревается, после чего нагретая сторона поворачивается против Солнца, и от космического тела начинает исходить тепловая энергия. И как бы астероид смещается к Солнцу со своей орбиты. Это, конечно, смещение очень небольшое, но тем не менее из года в год, и получается, что в конце концов его орбита очень даже сильно меняет свою конфигурацию. По заявлению ученых, даже если астероид все же упадет на Землю, то масштаб разрушения будет, однако не таким серьезным. Если он упадет, разумеется, в океан, что, ну, наиболее вероятно, то, разумеется, будут очень большие разрушения в прибрежных всех районах из-за цунами. Но если упадет на сушу, рядом с жилым каким-то, вот, я думаю, что там на многие тысячи километров все будет снесено вообще. Таких вот ситуаций, что исчезнет человеческая цивилизация, вымрут животные, как уже на Земле не раз происходило, я думаю, что этого не случится. По прогнозам исследователей, вероятность столкновения Апофиса с Землей в 2068 году равняется 1 к 150 тысячам. Однако в космосе, помимо Апофиса, существует еще много потенциально опасных для планеты космических тел. Лев Диденко, Виолетта Басова, Универ Ньюс.